Всем привет! С вами Стив Про, и сегодня я покажу вам блок-лаунчер для Майнкрафта Backdivision 0.15.0. Возможно, многие задавались вопросом, как установить шейдеры, которые я показывал в предыдущем видео, но для этого нам выпустили блок-лаунчер, в котором есть такие же настройки, как и в обычном блок-лаунчере. Во-первых, вы можете установить текстурпаки, включать патчи и аддены, но, к сожалению, моды здесь пока что недоступны. Да, к сожалению, это так. Также можете включить режим Windows 10, но работает он пока что еще с багами, потому что его еще не успели обновить. Возможно, в будущем в релизе Майнкрафта его обновят, но мы будем ждать и надеяться. А пока что пользуйтесь вот таким блок-лаунчером, который выпустил нам сам разработчик. Большое ему спасибо за такой быстрый выход. Ну, а также нажать кнопку Play и заходите в обычный мир. И все то же самое, правда, друзья. Все то же самое, что и в обычном Майнкрафте. И могу сказать также в обычном блок-лаунчере, который стоял раньше, допустим, на версии 0.14.0. Да, сказать больше нечего. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.